В уставном фехтовании при обучении учеников мы используем первоначально вот такой вот. Вот такой вот. Мулинет на руке. То есть ученик подходит к этой картинке и начинает выполнять. Первый удар, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делает это сначала кистью. Потом включает руку сюда. Можно включать сюда плечевой пояс. То есть прорабатывает пространство. Шесть основных ударов. Это первоначальное упражнение для наработки ударов. На противнике. Удар наносит. Как кистью. Тот же самый первый удар. Первый удар. Тот же самый. Второй удар. Третий. Четвертый. Пятый. Что касается 6 основных ударов, естественно, 6 защит. Есть, конечно, особенность. Отсутствие гарды на шашке. Поэтому мы не в состоянии принять клинок на гарду. Порежем руку. Зачем же что-то вы думаете? Так принимается клинок сюда, сюда,